В эфире «События дня» в студии Мария Колосова. Здравствуйте! Как всегда, готовы поделиться самыми яркими и актуальными новостями из жизни Курской области. Свежий воздух, живая музыка и поэзия. В музее-усадьбе Афанасия Фета проходит фестиваль классического и современного искусства. На нем побывала Диана Горяйнова. В спортивно-концертном комплексе прошло торжественное мероприятие ко Дню молодежи. Отпраздновала и Дарья Бартенева. Была прямая опасность развития трагических событий и многих человеческих жертв. Так губернатор Роман Старовойт охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в стране 23 и 24 июня. Глава региона поблагодарил своих коллег и курян за сплочение и единение вокруг президента. А также отметил, что в области были готовы противостоять заходу подразделений частной военной компании, если бы он случился. Те ветераны ЧВК «Вагнер», которые проживают сегодня на территории региона, некоторых знаю лично, они не предполагали никаких выступлений и не получали никаких команд присоединиться там, в Ростов, в Воронеж, еще куда-то. Здесь я ребят хочу поблагодарить, потому что они тоже проявили себя как настоящие патриоты. Губернатор отметил, что сейчас не время для внутренних конфликтов, а враг у нас один, и он находится за границей. К слову, этот враг продолжает атаки на Курскую область. В ночь на 24 июня в небе над областным центром ПВО сбило несколько беспилотников. А днем в субботу ВСУ обстреляли Плехово Суджанского района. Никто не пострадал. Разрушения получили 3 дома, здание школы, авто, заборы и сараи. Совместно с Министерством обороны продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики и систем жизнеобеспечения нашего региона. 2 недели рядом с близкими. В минувшую субботу из зоны СВО в долгожданный отпуск прибыли 5 военнослужащих. Своих защитников встречали жены и родители. В региональном правительстве бойцам выразили благодарность за отличную службу. Крепкие объятия, рукопожатия и подарки. Так поприветствовали прибывших в отпуск мобилизованных курян. Военнослужащего с позывным «Мех» встречают родители, сестра и жена. А дома мужчину ждут дети и друзья. Больше всего скучаешь по семье, по родным, по близким. В первую очередь мысли идут о семье, то есть понимаешь, как там семья, чем они занимаются, справляются они. Для начала нужно встретиться с детьми, которые ждут, и у них не получилось приехать сюда, то есть они ждут. Особый страх и волнение за героя испытывает отец. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Дело в том, что он подготовленный все-таки пошел. Мы вместе с ним были в поисковом отряде «Рубеж». Вот так я обучал его кое-чему. Парень деревенский, да. Поэтому трудностей не боится. Не подведи и служи достойно. Такой наказ позывному «Мех» дал отец. Его и гражданский долг герой исполнял верно и продолжит после небольшого перерыва. Сейчас наберемся сил и по новой в бой. Надежда Польшкова, Геннадий Воробьев. События дня. Защитить родину и получить соцподдержку от государства. В Курской области продолжают работу пункты по отбору на военную службу по контракту. Ежемесячно около 200 человек из нашего региона подписывают соглашение с Министерством обороны. Какие социальные меры поддержки и льготы им предоставляют, выяснила Дарья Бартенева. Военная служба по контракту – это возможность не только помочь своей стране, но и получить социальную поддержку от государства. Как отмечают в пунктах отбора, с каждым днем количество желающих отправиться на защиту Родины только растет. На данный момент Родина, вооруженные силы нуждаются в военнослужащих по контракту. Вот. Ну, даже если вот мы смотрим динамику, вот я за свой пункт отбора, то с каждым месяцем данное количество только увеличивается. Если у нас там в феврале было 60, может, 70 человек за месяц, то сейчас уже доходит до 200. Льготы, различные меры поддержки, хорошее денежное довольствие. Государство тщательно заботится о своих защитниках. Но, как говорят сами военнослужащие, главный стимул для них – защитить страну от фашизма. Надоел беспредел укров. То есть сработал щелчок. Надо помогать. Соцподдержку получат не только заключившие контракт, но и их близкие. Это гарантирует социальное обеспечение моим близким, если что-то со мной случится. Вот.
что была опора. Наряду с федеральными мерами поддержки для военнослужащих по контракту действует и ряд региональных. Например, внеочередное социальное обслуживание или возможность оперативно устроить ребенка в дошкольное учреждение. Прежде всего, все, кто идет по контракту, участники СВО, заключают контракт именно в Курской области, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответственно, семьи тех, кто пошел и участники СВО, они пользуются тоже целым рядом льгот, они утверждены нормативным актом администрации Курской области. Подробнее о порядке заключения контракта на военную службу можно узнать в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов на улице Димитрова, 31. Телефон 702702. Можно также обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту Курской области на Союзной, 35, или по телефону 340946. Дарья Бартенева, Антон Латышев, «События дня». Поддержать соседей в трудную минуту, подарить улыбки детям и веру в лучшее взрослым. С такой миссией в Белгород на выходных приехала делегация из Курской области. Ее возглавила министр культуры региона Юлия Политыкина. Она посетила несколько местных ПВРов и поговорила с теми, кто вынужденно оставил родной дом в приграничье. Купола золотые, топали седина. Безграничная любовь к стране и одновременно тоска по малой родине. Те чувства, с которыми Эльмира Аскерова выступает перед коллегами в одном из пунктов временного размещения. После недавних событий она потеряла дом в Новой Доволжанке и работу в Шебекино. Начались сильные артобстрелы, были минометные обстрелы. Я вывозила двух бабушек-пенсионерок, одной 66, второй 76. У нас два дома осталось. В какой-то момент я просто поняла, что когда уже съездила в Таволжанку, увидела свой дом, которого примерно 5-6 прилетов было. Половина дома, получается, сгорела, половину как-то осталось, но там все пошло по шву, все в копоти, и поэтому ничего уже не вернуть. В такой ситуации оказались и коллеги Эльмиры. Как раз для них в пункт временного размещения на базе Белгородского института искусств и культуры куряне привезли необходимую гуманитарку. Проживает 80 человек, шебекинцы. В основном это родные и родственники наших студентов и сотрудников. И работники культуры и искусства Шебекинского городского округа, пострадавшие от обстрелов, от атак укронацистов. Мы решили оказать адресную помощь. Связались с министром культуры Белгородской области, с которым мы прекрасно общаемся. Я просила прям четкие пункты, вот что нужно. Девушка из Шебекино, значит, недавно родила ребенка, и там нужны памперсы были. Естественно, это же большой объем всего. И даже одежда верхняя. Обычные даже предметы. Кастрюли, ложки, вилки. Привезли куряне и подарок для самых маленьких жителей Белгородского приграничья. Галина Семеновна! Пиццонасос старый! Барахлит! Спектакль «Маруськина мечта» показали актеры Курского государственного театра «Кукол» в еще одном пункте временного размещения, чтобы напомнить юным зрителям, в жизни всегда побеждает добро. Идея этого спектакля, самое главное, сверхзадача этого спектакля, то, что не все в жизни человека зависит от денег. Самое главное – это мечта, это вера в то, что мы делаем, в то, во что мы верим. Я хочу сказать слова благодарности и признательности в адрес наших коллег из Курска, Министерства культуры Курской области, Курскому театру «Кукол» за то, что сегодня они привезли детям сказку, привезли детям праздник, подарили детям ощущение того, что мир будет. Мария Колосова, Семен Ковтанюк. События дня. Тестовый период завершился. 27 июня в Курске заработают платные парковки. На сегодняшний день в городе организовали 34 таких пространства. В общей сложности 1089 мест. Парковочные пространства размещены преимущественно в центре города, от Карла Маркса до Красной площади. Эти зоны обозначены синей разметкой. Час парковки на Красной и привокзальной площадях обойдется в 100 рублей, в том числе и в ночное время. Бесплатная стоянка будет в течение 30 минут. В остальных зонах цена за час 30 рублей.
С 8 вечера до 8 утра в выходные и праздники оплата парковки не требуется. Внести оплату нужно будет и до конца текущих суток через приложение госпарковки, СМС или портал kurskparking.ru. Штраф за нарушение правил составит 1000 рублей. Прощание с детством. Выпускникам лицея номер 6 торжественно вручили аттестаты. Экзамены и 11 школьных лет позади. Далее взрослая и не менее интересная жизнь. С важным ее этапом ребят поздравил замглавы города Курска Сергей Котляров. Пайетки, блестки, сшитые по последней моде платья и костюмы. Внутри легкое волнение от томительного ожидания. Совсем скоро произойдет то, ради чего 11 лет старались и учились выпускники. С одной стороны, облегчение, а с другой – понимание того, что ждет новая, еще более сложная, но не менее интересная часть жизни. Я буду очень скучать по одноклассникам. Аттестат Анны Кулаковой под цвет платья, тоже красный. На протяжении всех школьных лет девушка прилежно училась и свое будущее собирается связать с экономикой. Сейчас активно рассматриваю факультет экономика и управление топливно-энергетическими комплексами. Не бояться ставить цели, идти к ним и оставаться патриотом – это главный школьный урок, который усвоил каждый выпускник. Поэтому о своих планах они говорят твердо. Я хочу поступить на ядерщика, стать прекрасным в своей профессии, а в будущем, я надеюсь, стать президентом Российской Федерации. Мне бы хотелось, чтобы он оставался на протяжении всей своей жизни таким же прекрасным человеком, как он есть сейчас на самом деле. И чтобы он однозначно развивал все самое лучшее, что есть в нем. В этом году 6-й лицей окончили 64 выпускника. Вполне возможно, что среди них будущее светило науки, успешные экономисты и профессионалы в других сферах. Директор Лариса Бекмаева отмечает, что на этом этапе каждым из выпускников можно гордиться. Вы действительно его очень достойно прошли. Многие из вас внесли особый вклад в историю достижений нашего лицея. Пусть дороги, которые вы выбираете, будут светлыми и прямыми, мысли красивыми, а поступки такими, чтобы ими гордились все, кто будет рядом с вами по жизни всегда. Ведь понимание найти себя в профессии – это тоже мастерство. Я желаю, чтобы вы каждый полюбили ту профессию, которой будете обучаться, и смогли найти свой жизненный путь. В этот вечер выпускники по традиции станцевали вальс и крепко обняли своих наставников. В будущем они обещают следовать их напутствиям. Надежда Польшкова, Семен Ковтанюк. События дня. Свежий воздух, живая музыка, живопись, поэзия и театральные представления. В минувшие выходные в музее-усадьбе Афанасия Фета прошел фестиваль классического и современного искусства. Для гостей праздника подготовили концертную программу, выставку и мастер-классы. Атмосферой прониклась и Диана Горейнова. Усадьба Афанасия Фета – особенное любимое место для многих курян. Не только из интересного музея, прогулок в красивом парке и на воде. Здесь можно буквально прочувствовать атмосферу творчества. В имение Фета приезжали Лев Толстой, Яков Полонский, Петр Чайковский. Последний даже называл Воробьевку настоящим жилищем для поэта. И сегодня она продолжает вдохновлять современных авторов. Тонкие листья, стручки, колосья, дебри, шипы и высокий бурьян. Если б ответило многоголосье, заговорил бы земной океан. На открытой сцене усадьбы свое стихотворение представил молодой поэт Андрей Левантовский. Произведение «Несостоявшийся разговор». Он поднимает важную для себя тему – диалог человека с природой. Стихотворение написано еще в 2017 году, но мне кажется, здесь оно как-то по-новому во мне отзывается, потому что природа фетовской усадьбы... Мне кажется, даже если бы здесь не было таблички о том, что здесь когда-то жил Фет, все равно что-то здесь можно почувствовать такое уникальное. И каждый пишущий, ищущий, интересующийся человек, он это почувствует. Художница Анастасия Бабынина привезла для гостей праздника любимые работы. Говорит, для их создания ей понадобились холст, масляные краски и яркие впечатления. У этой картины, например, от поездки в Дагестан. Я постоянно на всех выставках хожу и слушаю, да, я стараюсь надевать очки, и вот так вот просто хожу, слушаю мнение людей, для меня это очень важно. Сегодня это особенно круто, потому что это на природе, потому что атмосфера творческая, очень много творческих людей. Матушка возьмет ведро, молча принесет.
насладиться голосами солистов филармонии, поучаствовать в пленэре или расписать платок в технике батик. Каждый гость фестиваля нашел занятие по душе. Самые смелые отправились на тренинг по сценической речи. Конечно, заниматься актерским мастерством лучше в аудитории, в замкнутом помещении, определенной группой, потому что многие стесняются. Некоторые тренинги, как раз они направлены для чего? Для раскрепощения. Сложно раскрепоститься, когда ты не артист, а вокруг тебя столько зрителей, столько локаций. Но, с другой стороны, это даже добавляет определенного шарма и такого градуса переживания. Можно проверить себя уже по максимуму. Это как бы проба пера. У нас сегодня первое такое мероприятие, но уже по отзывам людей мы понимаем, что это востребовано нашими курянами. И, как мне кажется, вот я поговорила уже, очень всем нравится. А уже в эти выходные в усадьбе Фета пройдет летняя ассамблея «Атмосфера Фета». Диана Горяйнова, Антон Латышев. События дня. Курская молодежь отметила свой традиционный праздник в последнюю субботу июня. В спортивно-концертном комплексе наградили самых активных и талантливых ребят. Организаторы подготовили конкурсы, розыгрыши и вечеринку в стиле нулевых. Кульминацией вечера стало выступление популярной группы «Корни». Праздничная атмосфера царила в стенах спортивно-концертного комплекса в эту субботу. Ребята активно принимали участие в розыгрышах и конкурсах. Например, на импровизированном татами можно было попробовать свои силы и сразиться с оппонентом. Одним из ключевых событий праздничного вечера стало награждение активных и талантливых представителей молодежи. Среди них оказалась и Елизавета Курочкина. Девушка учится в медицинском университете и параллельно занимается музыкой. Елизавета постоянно участвует в конкурсах как регионального, так и всероссийского уровня. Музыкой я занимаюсь уже очень давно, еще до поступления в школу, но решила все-таки пойти по пути медицины, стать врачом. Музыка осталась моим любимым хобби. И новая волна вдохновения пришла уже, будучи студенткой университета. А вот Денис Харитонов планирует стать учителем информатики. В свободное время увлекается фотографией. Как признался молодой человек, это дело семейное, бросать его он не собирается. Да, направления однозначно разные. Просто надо чуть меньше отдыхать, чуть меньше спать. Вот, и все будет, все получится. Я давно хотел получить какое-то признание от наших курских начальников молодежных. Это доказательство того, что я что-то делаю не зря. На сцене в торжественной обстановке почетные грамоты вручили 29 студентам и школьникам. Ребят награждал министр внутренней молодежной политики Евгений Лобов. Сегодня курская молодежь – это более 250 тысяч юношей и девушек. Это почти 22% от численности жителей региона. Наш регион молод, у нас большие перспективы, и ребята все сегодня по-настоящему яркие, талантливые, занимают большие почетные места. После официальной части для ребят подготовили вечеринку в стиле ярких нулевых. А кульминацией программы стало выступление выпускников «Фабрики звезд» группы «Корни». На сцене в зале СКК прозвучали их самые популярные композиции. Дарья Бартенева, Семен Ковтанюк. События дня. А на малой сцене Курского театра «Кукол» представили спектакль «Умная дочка». Зрители ждали музыкальные интонации Тимони, динамичный сюжет с мотивом народной сказки, а еще шторковые марионетки и перчаточные персонажи. Что только не выдумывай, а правду не перехитришь. Актеры театра «Кукол» рассказали юным зрителям поучительную историю про девочку Пелагею, ее трудолюбивого отца и дядю, жадного и скупого богача. В спектакле задействовано всего две актрисы. Они исполняют по несколько ролей, танцуют и поют. Интересно то, что в этой сказке только одна женская роль, скажем так, это Пелагеюшка. Все остальные персонажи – мужчины, а девочки играют актрисы. То есть, да, в этом есть тоже определенная сложность – сменить голос на мужской, и причем мужские голоса должны быть разные. Подготовка спектакля длилась несколько месяцев. Большая часть времени ушла на изготовление кукол, а также музыкальное оформление. Композитор при работе с постановкой обращался к народному творчеству. Он соединил мотивы курского Тимони и уральской Махоньки. Живая балалайка, живая бас-балалайка, контрабас. Вот. На желейках я играл и в соль, и в до. Вот. Играл специально немножко
не стройно, специально немножко не в ритм, чтобы понятно, что это скомороший наш курский кукольный театр. Премьеру спектакля зрители увидят уже в октябре. Она откроет 80-й юбилейный сезон на малой сцене. Диана Горяйнова, Владислав Соболев. События дня. А на этом у нас все. Больше новостей на сайте seiminfo.ru и в социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго. До свидания.